Сегодня праздник в их честь. Работники дошкольного образования принимают поздравления в преддверии профессионального праздника. Но это лишь фон основного события. Сегодня чествуют тех, кто победил в различных номинациях в федеральном конкурсе «Детские сады детям». В награду от организаторов – ценные, необходимые в быту подарки. Когда есть такие конкурсы, есть стимул, есть возможность показать себя, раскрыть, есть уверенность в том, что тебя, увидев, люди поймут, что педагог намного способен. Мы из работников невидимого фронта превратились в работников видимого фронта. И поэтому при активной поддержке партии «Единая Россия» на нас обратили внимание. Чего мы очень и очень ждали. Это касается и материально-технической базы, это касается и кадровой политики. Параллельно проходил еще один конкурс «Лидеры дошкольного образования». Все это единый проект центристов. В финал вышли самые грамотные и креативные. Их инновационные программы получили самую высокую оценку. Для нас очень важно, что на самом деле откликнулись практически все детские учреждения, а у нас их разных форм. 1132 на территории области. И вы видите, 660 человек принимали непосредственное участие. И сегодня приезжали сюда, с какой они сами внутренней энергетикой говорили об этом. Привлечь внимание к проблемам дошкольного образования. В этом году началась реализация долгосрочной целевой программы по расширению сети дошкольных учреждений в Саратове, плюс областные проекты. Многое в этой сфере делается и на федеральном уровне, подчеркивают парламентарии. Я думаю, что вот те 9 миллиардов в 2012 году, они послужат вот очень кстати для того, чтобы решать сегодня вопросы, которые накопились именно в дошкольных образовательных учреждениях. Я думаю, здесь не только на расширение сети или строительство детских садов, здесь будет комплексный подход вообще, чтобы и сами учреждения, и чтобы минимизировать сегодня очередность, ну и, конечно, внимание огромное к воспитателям. Все вопросы, связанные с дошкольным образованием, на особом контроле, заверяют региональные парламентарии. Подчеркивают, эта работа не ослабнет до тех пор, пока педагоги не начнут получать достойную зарплату и пока не исчезнут очереди в детские сады. Мы – Россия!